Всем привет, с вами Гавриил, это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Фурионе, его название Woodland Outcast. Давайте рассмотрим модель нашей фуры. Вот такой лесной защитник, охранник. Мне данный сет очень нравится, на мой взгляд он выполнен на очень высоком уровне. Все вещи в данном сете очень здорово проработаны, как модельки, так и текстуры. Очень нравится вот голова, корона с рогами вместе с бородой. Также данный посох, на мой взгляд, очень здорово выполнен. Еще нравится, как вот выполнена у нас спина в данном сете. Вот здесь рюкзачок, дрова зачем-то таскает фура. Не знаю, по-моему, он в любом месте может сделать дров. А здесь еще такой брутальный вид. Башка, как у Брюса Уиллиса. Лысая такая и мощная. Так, данный сет состоит у нас из 6 частей, одной рарки, двух анкомонок и трех комонок. Данный сет был выпущен относительно недавно. Если я не ошибаюсь, это предпоследний сет на фуру. Но цена его на данный момент уже довольно невысока, а составляет она около 3-4 рандомных рарок. О том, как выменить данный сет, я, как обычно, напишу в описании под видео. А давайте посмотрим, как выглядят фуры в игре. Вот такие у нас Natural's Prophet. Спереди такой вид. Ну вот, мне сразу бросается в глаза голова вот эта, состоящая из лиственной короны, рог и бороды. По сравнению со стандартным скином, она, на мой взгляд, очень здорово выполнена. Также очень нравится вот этот посох со светящимся каким-то там, не знаю, как сказать, камень какой-то тут. Ну, посох здорово очень выполнен, вот эта кочерыжка, коряга, наверное, правильно сказать. Вот смотрите, стандартная она, ну такая какая-то, не очень красивая. А в сете очень грамотно. Сзади фурионы у нас выглядят вот так. Никаких плащей, рюкзачок, дровки. Вот все, что надо фуриону. Ну вообще, в целом, очень аккуратно данный сет выполнен. Блин, что он разговаривает? Очень аккуратно, здорово выполнен данный сет. По сравнению со стандартным скином. Но вот даже, смотрите, брысерки и вот эти плечики, они очень такие грамотно прорисованы. Очень красиво, смотрите, приблизим. Все очень здорово выполнено. Так, давайте рассмотрим модельки иконок наших фурионов. Вот это профет в сете, с короной, с рогами очень красивыми. И бородой из листьев. И несетовый фура, совсем некрасивый. Похож на адмирала Бульдога, такой же некрасивый типок. Но вот в сете очень красивый такой царь лесов и огородов. Так, это все, что я хотел сказать, пожалуй, по поводу данных сетов. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.